В Миннауке также напоминают, что 24 июля завершается прием заявления для участия в конкурсе грантов. Отмечу, в этом году для обучения на бакалавриате выделено около 79 тысяч грантов. Наибольшее количество их получили инженерные, обрабатывающие и строительные программы – больше 19 тысяч. Далее педагогические науки – около 14 тысяч, порядка 11 тысяч грантов выделено по направлению информационно-коммуникационной технологии и еще чуть больше 8 тысяч на естественные науки, математику и статистику. Кроме того, в этом году введены дифференцированные гранты с частичной оплатой за обучение. Их 150, и выделены они по программам педагогические науки, а также социальные науки, журналистика и информация.